Это сейчас пейзажи и натюрморты известного сочинского художника Леонида Лучевского красиво развешаны в художественном музее и ждут своего зрителя. А еще полтора года назад они пылились в одном из подсобных помещений санатория «Золотой колос». В 2015 году у нас в санатории было принято решение о реконструкции клуба санатория. И в связи с этим была проведена генеральная уборка во всех подсобных помещениях клуба и в кинобудке, в которой в светское время транслировались черно-белые фильмы, были обнаружены эти картины. Полотна находились в аварийном состоянии. Хранились они в непроветриваемом влажном помещении. По всей видимости, в свое время картины в стиле соцреализм стали просто немодными. Были сняты со стен здравницы и отправлены в подсобку. В санатории с находкой решили обратиться к реставраторам в художественный музей. Это был грибок, это аварийное состояние грунта клеевого, на которое действует также влажность. Образовались выпады красочного слоя. Плюс ко всему это помутнение лакового слоя. В общем, мы провели самый широкий спектр реставрационных работ по восстановлению этих картин. То, что картины получили вторую жизнь, это большой вклад в культуру города. Ведь Леонид Лучевский – сочинец искусства живописи. Он обучал многих местных художников. Как мастер он представляет очень хорошую академическую ленинградскую школу живописи. И, в принципе, по уровню стоит на хорошем очень уровне, как мастер соцреализма. Его знали, он пользовался авторитетом на территории всего Советского Союза, много путешествовал, писал работы в разных природных полосах. Эта выставка показывает данный факт. Выставка восстановленных картин сочинского художника откроется завтра и продлится до 3 сентября. Завтра же в художественном музее торжественно будет открыта и вот эта экспозиция «Матриарх арт». Что такое арт? Да, это искусство. Что такое матриарх? Матриарх – это нечто создающее, рождающее. Это женщина, семья, это дружба, это дети, это те события, которые происходят во всем. То есть фактически это наша с вами жизнь. «Матриарх арт» – это 50 работ 18 художников. Есть в экспозиции картина самой Светланы Демкиной. Вот это первая из большой серии «Свадебный переполох». Невеста ждет с грустью жениха, почему-то его нет. Картина, состоящая из нескольких частей. Она может разбираться, объединяет их стол с яблоком. Яблоко – это, так сказать, смысл, суть жизни. В выставку «Матриарх арт» вошли работы как маститых, так и совсем молодых художников. Не только картины, но и скульптуры, а также работы, выполненные с помощью компьютерной графики. В основном модерн и постмодерн, но интересно они будут широкому кругу зрителей. Познакомиться с выставкой можно будет до 3 сентября. Рената Шипулина, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.